Минеральное удобрение, сульфат магния, начинается с этого склада. Сюда доставляют автотранспортом два природных полезных ископаемых – магнезит и серпентинит. Их смешивают, пакуют в мешки и отправляют на переработку в соседний цех. Технологический процесс не длительный, но беспрерывный. Дробление и разложение руды серной кислотой. Здесь сырье приобретает белый цвет. Затем кристаллизация, деление магния сернокислого в центрифуге. Логистическая цепочка выстроена так, что все сырье находится рядом. Затраты на транспортировку небольшие, а это серьезно влияет на стоимость конечного продукта. Руда, серпентинит и магнезит. С местного места рождения спалевого. Тут рядом 60 километров от нас находится. И серная кислота, смертно-серного комбината. И вода. Последние этапы – сушка и упаковка. В итоге продукция расфасовывается по мешкам и отправляется на склад. Но и тут сульфат магния не залеживается. Это необходимое удобрение для сельскохозяйственных культур. Влияет на рост и вкусовые качества зерновых. На всех этапах строгий контроль характеристик. Коллектив лаборатории ежедневно, круглосуточно выполняет работу по контролю технологического процесса и анализ готовой продукции. 90% оборудования на заводе российского производства. Именно такая задача стояла в 2014 году, когда предприятие создавалось. Здесь есть специальное подразделение, которое проектирует новые узлы и приспособления для удешевления продукции и улучшения качества. Сначала разрабатываются макеты, затем все внедряется в систему. Наша модель вот это вот испытание прошла, и сейчас мы его уже внедрили в производство, да? То есть можем в цеху посмотреть ее работу. То есть это происходит экономия там по топливу, по снижению выбросов в атмосферу. Это смешение наших продуктов, то есть двух компонентов, и уходим от сушильной печи. Российским фермерам необходимо более 30 тысяч тонн сульфата магния на сезон. Этот объем Южноуральский завод производил уже в прошлом году. В плане на 2022 год – 50 тысяч тонн. В 2021 продукт разошелся по всей России и еще в 7 стран мира. В этом году спрос отечественных фермеров значительно вырос. Не уступает отечественная продукция и в качестве зарубежным аналогам. По качеству наш продукт, если брать сульфат магния одноводный, он гораздо выше по качеству, потому что там идет природное, и для аграриев лучше работать с нашим продуктом. В прошлом году, когда курс доллара и евро был другим, нашим аграриям выгоднее было брать наш продукт. А сегодня в сегодняшней ситуации вы сами понимаете, что мы выигрываем, наверное, практически в полтора раза по цене. Сульфат магния – это удобрение для сельскохозяйственных и огородных культур, которое не засоряет почву вредными веществами. Помимо этого, сульфат магния используется в строительстве, косметологии и химической промышленности. Площади и мощности Южноуральского завода магниевых соединений достаточны, чтобы занять и эти ниши. Ольга Энгельс, Алексей Надин, Новости дня.